Приветствую вас. Я думаю, что, конечно, речь идет о стрессе, но речь идет больше о вашей тревожности и о способах избегания тревожных моментов, которые имеют место быть у вас. Я думаю, что в этом вся суть вашей проблемы, потому что, ну, очень похоже, значит, ну, очень похоже на то, что вы именно с этим. Ну, именно с этим боретесь, вот. С другой стороны, тревожность — это игнорирование своих эмоций, тревожность — это игнорирование своих желаний. Тревожность — это игнорирование своих, ну, в первую очередь, потребностей, вот. И, соответственно, речь идет о том, что вы, вероятно, себя где-то в чем-то как-то, значит, ну, принижаете, обесцениваете и так далее, да? Вот. Речь идет именно об этом, на самом деле. И вопрос, который, на мой взгляд, вам стоит себе задать, да, это то, вот, с чего все началось. А, с чего все началось? С чего все это началось? Вот вы говорите, что началось все с головокружения, будто шатает и расплывчатого зрения. Вот. Первое, что я сделал, это залез в интернет и начала искать, у каких болезней такие симптомы. Вот я думаю, что именно на это, вот, вам и нужно заострить свое внимание. Вот. Ну, именно на этом вам нужно заострить свое внимание. Вот. Потому что вы выбрали не врачей, вот, вы выбрали не обратиться к врачу, а вы выбрали именно самостоятельно делать что-то. И у этого, конечно же, есть, вероятно, свои причины. Вот. То есть причины, то есть вот то, почему вы так решили сделать, почему вы решили так поступить, да, ну вот, и, соответственно, вот уже исходя именно из данных моментов, исходя из данных аспектов, я думаю, можно уже будет что-то предполагать. Ибо подобная тревожность, она из ниоткуда на ровном месте не берется. Вот. Соответственно,
у этого есть основания, да? А дальше, значит, у вас умирает бабушка. Да, накрутили себя до ужаса. То, что вы накрутили себя до ужаса, это следствие того, что у вас есть, вероятно, навязчивые мысли, вот, ну, навязчивые мысли, навязчивые идеи, вот, которые являются следствием, опять же, того, что в той или иной степени вы подавляете свои желания, свои потребности в той или иной степени. В той или иной степени вы что-то запрещаете себя. Вот. И, собственно, в этом вся суть вопроса, да? А дальше, смерть бабушки – это травма, конечно же. А вот, ну вне всякого сомнения, это травма, потому как чисто объективно потеря близкого, потеря родного человека, это всегда болезненно, это всегда травматично. Вот. И дальше у вас, значит, полет на самолете в первый раз, что тоже тревога, тревожность увеличивает. И, знакомство с наркотическими наркотическими средствами, да, вот, то есть, опять же, неважно, было ли, были ли там, например, наркотики или не было их, да, вот, это не столь важно, важно то, что вы поверили, условно говоря, в то, что они там есть. Вот. Вы поверили в это. И, соответственно, у вас вот появились такие вот симптомы, да? Или не появились, или они были, то есть из-за всех этих тревог, из-за всей этой тревожности, которая у вас имела место, потому что, ну, непрожитая травма, травматичность. Вот. Ну, а дальше все пошло просто, все идет просто по нарастающей, вот, одно на другое, и навязчивые мысли, и тревожность, и так далее. Вот. То есть, с психологической точки зрения, а медицинской, как я понял, у вас все более-менее хорошо. С психологической точки зрения ситуация складывается вот так. Именно вот. Если мы говорим про психологическую точку зрения, опять же. И в первую очередь все, что вы делаете, это избегаете от тревожности. Вот. Именно избегаете.
Вот, потому что вам страшно признаться. Ну, вам страшно признать свои чувства, да, страшно признать свои эмоции, вот. И, вероятно, ну, что вы чувствуете что-то, а вам это вот нелегко признать, вот. А в этом есть, на мой взгляд, суть вашей проблемы. Вот. Такая вот история. Так это мне видится. Обратите внимание, что вы по-прежнему на форумах, да, то есть вы продолжаете на них сидеть, вы продолжаете, значит, как-то вот, ну, участвовать, вы продолжаете наблюдать за тем, как, значит, протекает ваша болезнь, вы потакаете своей тревожности. Вот. И у вас вопрос, как понять, из-за чего все это, из-за прессы или боязнь что-то потерять? Ну, будь у вас что-то потерять, мы уже давно нашли. Что делать, собственно, вам, коллега Светлана, на мой взгляд, сказала совершенно такую правильную вещь, что пройти курс психотерапии – это то, что вам необходимо, вот. Потому что только на психологической консультации, да, можно разобраться с тем, вот, где то, что действительно вас волнует, да, где то, что, как бы, где иллюзия, где настоящий. Вот, потому что нужно и поисследовать ваши отношения с родственниками, и мне кажется, что вы привязаны достаточно к ним, к родственникам, я имею в виду. Мне так кажется, да, и мне так вот видится, что вы привязаны чересчур к ним, вот, и если это, допустим, ну, если это действительно так, то, возможно, вам нужно постараться быть более независимой, да, то есть поработать со своими личными границами, вот, чтобы, ситуация как-то, ну, раскрылась, да, раскрылась более полно, может быть, вот, то есть, вот, такая штука, такой момент, вот. Такая история. Вот. Поэтому нужно поисследовать эту историю, да, нужно поисследовать этот аспект для того, чтобы лучше понять, значит, что происходит, ну, с вами, да. Вот, с вашей психикой, от чего вы, да, ну, защищаетесь, от чего вы защищаетесь так сильно, вот. Такая вот история,
И мне, кажется, что именно, ну, в этом направлении вам нужно двигаться. Такая вот история. Я не думаю, честно говоря, что у вас есть какие-то серьезные медицинские проблемы. Вот. Я не думаю, что у вас есть какие-то серьезные трудности, именно медицинские, вот, именно физиологические. Вот. Я думаю, что у вас так, это вроде невроза. Вот. Только проявляющийся вот в такой достаточно острой, я бы сказал, форме. Вот, потому что, видимо, слишком, ну, слишком много и сильно, да, вы себя подавляете. Вот, слишком много и сильно. Ну, мне так, в принципе, кажется. Вот. И, соответственно, с этим моментом, на эти моменты вам нужно обратить свое внимание. Вот. Это, в общем и целом, то, что я могу вам сказать, да, в общем и целом, это то, что я могу донести до вас, вот, исходя из того, что вы, ну, написали, вот, и предложить вам дальнейшую помощь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и, в общем-то, не думайте, пожалуйста, что можете помочь себе лучше, чем профессионал. Вот. Сэкономите свое время, нервы, силы, здоровье. Удачи вам! Удачи!